Василия встретила. Он сказал, что после почты сразу к Екатерине Петровне придет. Перевод, посылка, заказное. Что? Так я же не спросила. Не спросила. Эх ты! Что стоишь? Беги, узнай. Екатерина Петровна. Что это вы сидишь? Да это я, Екатерина Петровна, хворост для растопки принес. И в доме теплее, и сад чище. Екатерина Петровна, не слышно, Настя пишет чего или нет? Лучше в город съездил. Вез картины в музей там. Они выставку, работу отца устраивают. Да ведь в прошлом году вы дарили музей. Нынче обратно дали. Но это я понимаю. Всеобщего кругозора. Екатерина Петровна. Вам какое-то срочное сообщение. Почтальон к вам, Василий, идет. Ой, говорила же я, что валенки Настенькины подшить надо, ведь зима будет ранняя. В чем она ходить-то будет? Можно ли войти? Ходи, родной, ходи. Здравствуйте, Екатерина Петровна. Савельич. Дождались, Екатерина Петровна. Манюшка, в Настенькиной комнате протопить надо. Перевод вам, Екатерина Петровна. С доставкой и с уведомлением отправителя. Тише. Распишитесь вот тут. Очки мои. Расписаться? Вот тут, Екатерина Петровна. А я помню... Тут? Вот тут. Я помню, как Екатерина Петровна нас читать приучила. Я это, экзамен вступительный в техникум сдавал, на четыре сдал, даже сам не ожидал. Столько дел, что нет времени написать настоящее письмо. А когда это посылают с уведомлением отправителя, значит, заботятся, лично вам в руки выдадут, али как? Вась, ты посмотри еще что-нибудь. Может быть, есть что-то для Екатерины Петровны? Нет. А кроме перевода больше ничего. Работать много. Времени нет. Да ведь четвертый год как не едет. Тише. Хоть бы ты помолчал. Это чего легче, как молчать? Как будто мне пенсии не хватает. Вот эскиз неизвестный. Третьяковки висит. И тут. Все благодаря вашему папеньке. Работа натуральная. Я ведь еще помню, Екатерина Петровна, как ваша папенька дом строили, сад заводили. Шутка дело. Сельский писарь подошел до Академии художеств. Да, вроде как Ломоносов. Вот завтра из колхоза молоко повезут,
Я и съезжу. Уходить будешь, трубу закрой. Ездите. Настя! Кто там стучит? Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу.
Приезжай хоть на день. Дай глядеть на тебя. Держать твои руки. Стара я стала и слаба. До того, что тяжело мне не то, что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уже не тот. Я его и не вижу. Нынче лето туманное, а еще впереди осень. Послушайте, пожалуйста. Союз художников. Она у председателя. Одну минуточку. Ольга Николаевна, все в порядке, я договорилась. Настасья Семеновна, да? А вас к телефону. Спасибо. Уезжайте в мастерскую, оформляйте заказ. Спасибо. Да, здравствуйте. Да, ваша просьба будет рассматриваться завтра. Да. Одну минутку. Завтра в 11, да. Нет, мне его работа не понравилась. Фигура плоская, работать неинтересно. Эскизы получила. Вы меня извините, пожалуйста, я опаздываю на встречу. Хорошо, спасибо. Так. Настасья Семеновна, вам тут пригласительный билет. Хорошо, я потом разберусь. Если меня, я уже ушла. Да? Она уже ушла. Будет вечером. Настя, вам письмо. Да, это от мамы. Я окончательно опоздаю. Я из Союза. Не раздевайтесь, а то замерзнете. Прошу. Боже мой, какая сырость. Вот, полюбуйтесь. Понятно, как я еще не издох в этой берлоге. Вижу, не слепая. И так все ясно. Похвальная сообразительность. Какая линия. Искусно. Очень по-женски. Я по-мужски не умею. Да восхищайтесь, это я так. От обиды. У Першина в мастерской просторно. Окна в пол. Тепло, как в Сахаре. Вы не любите Першина? Выскочка. Ремесленник. У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его Афина – каменная баба, коротконожка. Его Аполлон похож на неандертальского человека. Лепят деревянной лопаткой. А хитер, милая моя, хитер. Покажите мне вашего Гоголя. Перейдите. Нет, вот туда. Николай Васильевич.
Васильевич, теперь прошу. Серьезный дядя? Это действительно замечательно. Замечательно. Все говорят замечательно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку-то что? Тут замечательно, а там, где решается моя судьба как скульптора, тот же Першин просто хмыкнет неоднозначно и готово. Такой нервы берегите. Девушка, мне уже скоро 30 лет. А Першин хмыкнул и все. Считай конец. Ночами не спишь. Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года каждое слово о Гоголе читаешь. Свиные рылы по ночам снятся. Вот. Это все о Гоголе. Кто там еще? Моя. Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Приезжай хоть на день. Разве вырвешься от этих беспомощных? Они настоящие дети. Я, кажется, вас напугал. Простите, но ей-богу, я готов драться. Ну что ж, будем драться вместе. Ни черта у вас не получится. Только зря время потратим. Тише. Ты что, Катерина Петровна? Что мы с домом будем делать? Картины, письма отца. Да ничего не будет. Как были под защитой музея, так и будем. Тихон Савельич к нам зачастил. Катерина Петровна болеет, вот и зачастил. А он дочку вызвать хочет. Катерине Петровне нет ничего? Нету. Дай мне бланк. Какой бланк? Телеграмму хочу отправить. Да ты ж посылал недавно. А я еще хочу.
Так оно по форме будет. Надо принять. Вот вы аплодируете умному, острому портрету Гоголя, лирическому. И хрупкой музе Прозерпине. А сегодня борьба идет за искусство, за человеческую душу. Рад, очень рад. А я слышал, это вы изрекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то вы знаете, у нас много болтающих о внимании к художнику. Чуткости, о заботе. А когда доходит до дела, то натыкаешь на пустые глаза. Что? Нет, ничего страшного? Нет, нет, это от одной знакомой. А что за издание? Гудок. В наши дни забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде скульпторов и художников проявление этой заботы. Это я говорю сейчас о выставке Тимофеева. Этой выставке мы целиком и полностью обязаны, не в обиду будет сказано, нашему руководству, рядовой сотруднице нашего союза. Анастасии Семеновне. Да. Ненаглядная моя. Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай глядеть на тебя. Держать твои руки. Стара я стала и слаба. Заборье. Билетов нет. Что с вами? Чего у меня, мама? Куда же вы? Сразу надо было сказать. Одну минуту. Манюшка, почитай мне книгу.
Да, конечно. Что хотите. И видел я десницею у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. Никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного. Что? Похолодало, Катерина Петровна. Оно и лучше. Дорога собьется, и ей будет легче ехать. Кому? Как кому? Как кому? Кому же, как не Настасье Семеновне? Кому же, как не ей? Во! Да ты читай быстрее, она же не видит ничего. Дожидайтесь. Выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша, Настя. Не надо, Тиша. Не надо, Нина. Спасибо тебе. За доброе слово. За ласку. Страдания неписанные. А ты смотри, дура, не будь пустелькой. За добро добром плати. Уедет. Ну, уедет, не уедет. А зарубки на сердце останутся.